Всем привет из Голубиска, уважаемые зрители. У нас сегодня 15 июня, начало сезона. Вчера у нас было много медуз здесь в море, мелких таких, совсем мелких. Вода была такая стоячая, тихая, штиль полный. Очень красиво было, хорошо, мы тут купались целый день. Людей просто море было. И вчера еще мне зрители писали: Василий, сегодня будет ливень, дождь, по прогнозам погоды. Вот обратите внимание, даже совпадает, да? Это тоже радует. Но у меня такое ощущение, что вот дождичек с утра начался, и посмотрите уже, что происходит. Уже солнце выходит потихоньку. Возможно, погода и наладится. У нас сейчас здесь молнии, дождь сильный начинается. Только что вот был вообще такой, как ливневый такой, залповый. Здесь пляж молодежный, людей пока мало, но вот там вот я вижу дальше, люди гуляют, такие вот любители, как я. Молнии. Нужно быть сейчас очень аккуратным, с телефоном вот так вот, как я, не ходите по пляжу, около воды где-то. Вот, видели вы, наверное, молнию, да? Поэтому берегитесь, будьте аккуратней. Вот такая обстановка у нас сегодня. Посмотрим попозже, распогодится ли погода. У нас же бывает так, по всему Краснодарскому краю дожди, какие-то грады, что-то еще, а в Голубиске тишина. Видео будет коротким, друзья. Все, показал. Но на море, конечно, гулять в такую погоду одно удовольствие. Невероятная красота. После вчерашнего вечера здесь, как всегда, у нас бутылки с-под пива. Кто-то тапочки даже забыл свои. Игрушки детские. Вечером-то здесь было очень хорошо. Столько народу, молодежи. Чьи тапочки, друзья, забирайте. А то с похмелья, наверное, не вспомнит кто-то, да, где вчера отдыхал. Но море, конечно, красивое. И сегодня, слава богу, всех медуз разнесет. Вот этих мелких, водоросли все унесет. Нам уже шторм давно нужен был. Июнь какой-то аномально такой тихий, жаркий. Поэтому дождь позарез тоже нужен. Да и огороды пролить. Уже засуха, как в августе у нас. Даже подозрительно. Вот здесь, кстати, массаж еще, друзья, есть на этом пляже. Вот пляж молодежный, запоминайте, хорошие места. Тоже часто спрашивают. Сейчас не пугайтесь, просто раннее утро. Скоро люди выйдут. Еще даже, по-моему, 7 утра нет. Такая вот сегодня интересная обстановка. Покушать тут все есть на этом пляже. Все, можно сказать, оборудованный. Хорошее место очень. Голубицкая. Запоминайте, хорошие места. Все, всем удачи, счастья. Сегодня у меня выходной, похоже.